Ребят, всем привет! Я еще раз хочу вас пригласить на байкальский ретрит. Да-да, на байкальском ретрите там абсолютно другие энергии. Что такое Байкал? Вы действительно уверены, что Байкал – это очень много внутри? Или все-таки много снаружи? Чего много внутри и снаружи? Что у вас есть снаружи, что у вас есть внутри? Это другие энергии. Это те энергии, которые в вас скрыты, которые мы будем поднимать именно в вас. Конечно, на байкальский ретрит вы можете поехать только в том случае, если вы готовы с Байкала вернуться абсолютно другими людьми. Готовы? Готовы приехать новым? Готовы знакомиться с собой, с новым, с тем, кого никогда раньше не знали? Когда не знали никогда этой мощи, все, что скрывается в вас. Если да, то тогда я вас жду в августе. Там будет просто бомбически. Приезжай.